Я Брессенчан Вова, и я нахожусь в игре Ice Cream 7. Я это... Короче, добавили 2 новых пасхалок в это обновление. Сейчас мы начнем играть. Точнее, водить пасхалки. Ладно, побежали. Так, надо, если еще здесь тоже надо открыть. Ага, понятно. Так, я побежал туда сразу. А где? Кажется, переместили. Ладно. И, кстати, я тут еще узнал то, что это обновили пасхалку Топси. Ну-ка, сейчас, подождите. Ничего. А, стоп. Ага. О, да. О, обновили карту. Готово. Готово. Так, давайте компьютер искать. Так, если здесь нет. Да. А нет. Опа. Так, давайте уже сразу вводить. А давайте сначала чанового. Готово. Нет. Ладно, не работает. Так. Первый это Daily Road. Daily Road. Так. Это где тут? Ого, какой род! Ничего себе! Ладно. И следующая, вторая пасхалка. Стримеркс. Так, давайте сразу вводить. Стримеркс. А, стримеркс. Рот снова выпил зелье превращения. Сейчас, подождите, давайте сейчас Топси веду. Топси. Готово. Вот стримеркс. Ух ты ж. Где там обновили? Ух ты ж, ничего себе! Какой рот. Да. Пасхалка Топси. Как ты там выглядишь? Ух ты ж! Засмеялся? Это что за прикол? Так, ну а тут я не увижу. Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!